грусть, печаль, тоска. Не знаю как, вот так едешь вроде быстро, все классно, а потом едешь медленно. И случаются вот такие ситуации. Виноват я, поворачивал налево. Встретились лоб-лоб. Ну как лоб-лоб? Она по прямой мне в бочину задала спереди. Вот реально, вроде гонщик гонщиком, а вот просто на ровном месте. Поворачивал на скорости 15 км в час. Ой, ребятушки, ребятки, конечно, недолго я на гольфе поездил. Приехал шериф эвакуатор, да, забрался 30 с этой стороны, так что цело. А вот с той стороны все немного попечальней. Ну что, покрасить, подправить, здесь посмотреть, что куда свалило. То ли рычаг поломало, то ли лонжерон поломало. Вину я признал, ну потому что сам виноват. Блядь, сам не знаю, как повернул, не увидел женщину. Вот так едешь вроде гонщик, а сам по сути самогонщик. Короче, синий Дели гораздо безопасней. Ну а по повреждениям у Сузучки, ну вот такой вот впечат, как бы жизнь, боль. Все тлен. Грустненько, что взорвались подушки. С другой стороны, как бы, ну... Собирать морду надо, телевизор править. Чтобы разбежаться по-быстренькому, Сузучка это станет моей, походу. Не хочу карму портить, судиться. У меня страховки не было, все это будет очень долго и муторно. Бедный, бедный гольфик. Только выкатился, только наваливать начал. Ну ладно, едем в стилкар, где тянули жопу, там будем тянуть и морду. Ну что, шериф-эвакуатор, трогай. Короче, знаю одно. Ездить медленно — хуйня. Небезопасно вообще. Вот ехал бы в режиме, проскочил бы вообще. А тут даже не заметил тетку. Просто тупо поворачивал налево, а она ехала прямо на меня. Вообще. То ли солнце, то ли телефон, то ли другая машина, но что-то меня отвлекло. Ну что, мы в стилкар. И сейчас шериф-эвакуатор сделает дело вот сюда. Оп! Ну, в принципе. Да, блядь, он больше нахуй жив, чем мертв. А кумчик выскочил, бедняжка, от удара. О, ухо отломалось, впуска. Придется варить. Конечно, я, блядь, сказочный рукожоп, но вак удар держит. Наверное, только жена рада. Что она боится его. Дикий стиль ракетир. Ну так-то едет, походу. Парень на ходу. И это хорошо. Торпеду жалко, пиздец. Грусть, печаль, гольф, конечно, гольфом, но не надо забывать, что сегодня, 25 июня, в 9 часов вечера, 15 минут, будет играть Челси против Манчестер Сити. И ты должен участвовать в этом матче. QR-код для продвинутых, прикрепленный комментарий для обычного обывателя. Ну и выигрываем вместе с OneX. Ну что, мы опять у гольфа. И в этот раз малыш на развале. Сейчас снизу посмотрим, что там произошло и как это выглядит с нижней стороны. Отсюда мы видим, что наш суперкронштейн даже получил пизды. Вот здесь подзамялся, но это все мелочи. Пайп на месте. Лонжерон. Если тянуть, то совсем немного. Ну а тут рычаг. Взял на себя весь удар именно он. Тяга. Ну и наконечник. Скорее всего, еще по пизде пошел. Кулак. Добавлю вам немножко света, чтобы вы понимали, что тут и как. Жестоко. Однако. Ну, не так плохо. Вот видишь, да? Ну вот это. Шкивом уебало, поэтому вот она. Шкивом уебало и замяло. То есть так двигатель сдвинулся, пиздато. Притом кондейным шкивом. И притом кондейный шкив обломало. Грустненький мой салон, как торпедку-то четко порвало. Если кто-то в СПБ из ваших знакомых занимается восстановлением торпеды, напишите мне, мы что-нибудь придумаем. Самое, конечно, обидное, что десочки мне только что отреставрированный Вилл Докторса замочило и сплитерочки, на которых я меньше недели проездил. Но у спидбэя, да, не мощные. Бампер отвалился, сплитер остался. И автодоп его так грамотно установили, что он до сих пор здесь. Кстати, диски, по секрету, я уже новый заказал пару дней назад. Еще до ДТП. С вторым участником я уже распедалился. Очень неудобно перед женщиной, в которую я въехал. Я до сих пор не понимаю, как это произошло, но, блин, хотелось обойтись без разбирательств, без долгих, без
короче, по-душевному. И у нас вроде бы получилось. И я им предложил сотку, они предложили 150. В итоге мы сошлись на 120. Быстро, качественно и с полным признанием моей вины. Ну, а пиздюка мы отремонтируем. Я тут тоже вижу около 150. Весь ремонт засниму до последнего болтика, расскажу, сколько денег потратил. Уже начал покупать запчасти, уже у меня есть бампер. А это самое главное, потому что бампер такое. Хочу все новые решетки в него купить, ДХОшку. Конечно, очень неприятно, что удар задел мотор. Но мотор мы запускали, машина ездит, так что я думаю, что все будет нормально. Шкив конде немножко подобломило, но я думаю, шкив здесь конде точно от обычного гольфа подходит. Сейчас раздобуду усилитель и будем плавно смотреть, что там с мордой, чтобы на стапеле уже было с чем работать. Список я составил. Ну, а первым делом, скорее всего, придется, конечно, починить подвеску. Чтобы с развала он уже реально выехал на ровных колесах, и мы спокойно уже работали дальше на стапеле и с кузовней. Ну и финалочкой, конечно, будет салон. Подушку я сегодня уже куплю, новую, нашел недорого. Это оставлю себе на память, вырежу себе, сделаю брелок. Ну и гольф будет дальше ездить. Я сам затупил, я сам дурак. Если бы ехал в шашках, все бы было хорошо, а тут просто повернул налево в тетеньку, которая ехала навстречу. Я не понимаю, помутнение какое-то или карма, или проблемы какие-то с жарой, потому что в Питере было аномально жарко. Я думаю, что все будет хорошо. Вы есть у меня, я есть у вас. И у меня есть гольф. И я его починю. Ну, а на этом я серию закончу. Вот так вот я раскрешился, как дурак. Но все будет круто. Все, всем пока. Совсем забыл рассказать, что для новичков OneX придумал новую фишку. Страховка ставки до $10. Ну и при регистрации, новички, не забывайте юзать мой промокод BorishStory. Он даст вам до $100 на первый депозит. Для продвинутых QR-код, для обычных прикрепленный комментарий. Выигрываем с OneX.